Пока, Леня! Пока, Руш! Так, тут уже понакатывали объездов. Слышишь, Валер, вот от правым колесом можешь по краю. Не знаю, но меня сбросит. Да не сбросит, ты возьми, а ты без кокса плавно попробуй потихоньку, в натяжку. Правей попробуй. А что-то говорят, у меня с колесом неправильно. Оно не круглое? Оно квадратное. Ага. Подкачать, надо, да. Надо подкачать. Кого, Валеру или колесо? Валеру надо накачать чем-то, потому что как-то... Валера уже не тот. Да, говорят, не тот, что не узнали даже. Не узнали Валеру? Да. На газу ездит, блин, нормально все. Да трос посмотри у него какой, стоит, блин, как твой газик весь, один трос с лебедкой. Да. Нифига себе, 14 киловатт. Это он перед выборами купил, видно, судя по цвету. Да? Он, наверное, был претендентами за то, чтобы его он не баллотировался, ему дали трос. Дали трос, да. Ну, типа того. На воспоминания. Еще. Ну, Крис хорошо там приземлился. Так, Валера по правильному маршруту, как я его направил, почти проехал. Не, едет еще. Ровнее руль, Валера, ровнее! Влево руль, да. Может и проедет сейчас. Красавчик, едет и проезжает. Понял, Макс? И Леню предупреди, что это тоже его маршрут. Раскатал. Что, хочет влево уйти сейчас? Качество. Сейчас я попробую качество улучшить. Посмотрю, что там на Киевстаре. Нормально едем. Так, слепой полетел. Ну вот и Нива, смотрите, как едет. Просто по пробитому, и там и я, наверное, проеду, я думаю. Сейчас будем пробовать. Сейчас давайте Макса уже вам покажу. И после него и Лёни там сейчас копанут. Ладно, сейчас посмотрим. Натяжку попробуй. Холостые? Да. Но мотор четко работает, Макс. Мотор, говорю, четко работает. Поменяли голову. Так, Леня, да, проеду я здесь. Ты в прошлый раз камеру не включил, когда снимал. Опа, Леня тут борется. Странно. Да. Я нажал, подошел, тебя спросил, работает или нет, ты говоришь, да, работает, я пошел. Ну, что-то, значит, не увидел. Так, Макс, отойди, Андрюха, отойди. Интересный ход. Наш выход. Так, поехали.
завершает круг у нас Руслан на Чироке. По правой, по пробитому. Аккуратно, не спеша проехал. Даже сложности ему не составило. Прохожу, не? Да, давай. Подожди. Зеркало опущу. Зеркало сложи. Блин, застряло где-то, блин. Проходит, не? Да, да, проходит. Ой, стой, стой, далеко не езжай. Выезжает. Далеко не езжай. Так, там Рубилова. Патриот на блоках. Смотрите, что творит. Нормально. Да сухота, говорю. Да сухота. Тут и с сухотой хорошо. Да, и такая сухота, что я Макс говорю, Макс, сорян, я был не прав просто. Кошмар. Рус, а ну попробуй дерни. Давай только отнеси, так. Не вырвать лебедку потихонечку. Так, да. Кросс уже пошел. Ты на размотке поставил? Да. Чтоб не вырмать. Или она не работает, или я ее поставил. Так, выдергиваем. Сейчас попробуют. Руслан вытащить. Давай, давай. Да-да, я не туда еду. Даже попробуй не доехать. Еще назад. Еще. Хорош. Руль в рамках. Справа руль. Справа. Справа руль. Все равно тяжело будет. А попробуй сейчас туда. Потихоньку, потихоньку зайти. Давай, давай, давай. Дерь ровно уже. Стой, руль. Рус, давай назад. Руль влево. Рус, руль влево поверни. Еще, стоп, назад, давай, 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 еще назад. Колеса больше, чем у бородача. Так, тут Валера, Валера, Валера пытается проехать. Пока все идут уверенно, очень даже. Обогнали Ниву, но Нива тоже справляется. Молодцы ребята. Да, это ему удается. И Патриот проехал. Не знаю, поменял Андрюха колеса или нет на Патриоте. Так, говорят, я могу ехать.
машинам уже сложнее, так как ребята нарыли. Зря он так сделал. Сел, думаешь? Так, там что-то происходит. Просто ребята решили объехать. Такой вот пластилин ногами. Парни, а вы куда? Почти проваливаешься. Да, чуть не проехал, да? Так, Валера, на лебедке, да, или что там? Вперед. Тестировали машину. Надо влево рули вперед, влево рули вперед. Не, Валера не сидит. Столкнули. Как он хочет выехать сюда назад. Тут ранчероки стоит. Или он туда не долетит? А не, он вперед есть. Взял деревья. Глянь, что Нива творит. Ну и что ты испортил кадр? Что хорошего здесь? Я? Ну а да, не я ж. Ну что, попробуй еще раз. Давай. Там еще вот, если чуть-чуть назад, и ты выскочишь. Назад едет. Еще, еще, еще. Казалось бы, грунт, а там вода. Поэтому вот. Нет, да? Нет. Штурман вот мой ходит. Где? С Днепропетровска. С акцентом. Нету, Руслан. Небольшим. Маленькая, нет. Моя машина далеко. Нету ближе. Я там болото упал. Разматывай лезет. Почему? Вон за дерево подтянемся. Груз, тут разно. Я вперед ногу подъеду. Не едет. Свободно работает. Это влезет, нет? Свободно работает. Да. Все отлично, я присяду. О, накрутил шаттл. Едь, Макс, впереди. Буквально чуть-чуть надо. Thank you.
не выйдет. Но у меня же хорошая лебедка, я его выкинул. Да. Так, Леня. Мы все равно пока не спешим. Но мне твой план определенно нравится. Так что, видишь, Яна, хорошо, контент прямо здесь будет. Да. В ближайший час-полтора. А может и до семи. Андрюха, тебе надо посмотреть на этот кузов здесь. Смотри, даже не двойный, а одинарный. Просто так отмотал. Чуть вперед, еще чуть вперед. Влево руль, влево, 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 влево. Еще раз сюда. Так, Руслан пытается выехать. Камера включена. Ага. Еще можно. Камера включена. Я не допущу ошибки той, что была сделана. Лайк, повод убрать. Пока, Леня! Пока, Рус! Тормоза есть? Нет. Как? Ну и что звали? Это место-то еще назад? УАЗик, но бесполезный. Я бы сказал, без лебедки. Ну да, ему тяжело, там он без резины. Макс, можно окинуть?